Ольга Калина, отличная стрельба. Ирина Воровинец. Вам гонки как чемпионат, как болеете? Так, четыре огневые позиции предстоит преодолеть спортсменкам. И за Украину, и за Россию. Две первые позиции из положения лежа. Третья. Так. Это мне поставили авто. Алексей Волков, вице-президент по спорту высших достижений в Сайстан. Жигулевск, Жигулевск мира стала шведской. Россия! Конечно, все наши первые места. Да, первая отметка. И Кристина Смирнова. Именно в таком порядке они отправляют это на 30 секунд. А лучше всех. Мы отвечаем лидеров этой гонки на следующее. Привет, за кого болеешь? За Россию. Ух ты, а как, любимый биатлонист есть какой-нибудь? Есть. Какой? Иван Черезов. Ух ты, здорово. А здесь выступания Черезова нету, а за кого здесь болеешь? За Антона Шипулина. За Антона Шипулина. Удачи, спасибо. Давайте. Санкций без штрафных кругов. Абсолютно. И по-прежнему впереди две российские спортсменки. Только на этот раз на второй позиции Кристину Смирнову сменяет Ольга Калина. А Ольга Подщуфарова, двукратная чемпионка мира по лиге биатлона, как отмечали победу Ольги Зайцевой, имеет очень неплохие шансы подтвердить свой высокий класс и защитить свой вчерашний и позавчерашний чемпионский титул. Отлично, спасибо. Добрый день. За кого болеете? За Россию. Понятно. Есть любимого биатлониста, кого особо поддерживаете? Может быть, башкирского какого-то биатлониста поддерживаете? Дедлыкина, чудо. Отлично. Приветствую вас. За кого болеете? За Зайцеву. За Зайцеву, здорово. А сейчас тут юниорки бегут. А за Калину. Знаешь? За Калину? Отлично, удачи. Да. Россия вперед. Давай. Добрый день. За кого болеете? За Антона Шипулина. Отлично. А сейчас девчонки бегут. Кого-то поддерживаете? Ольгу Почпарову. Отлично, спасибо. Добрый день, как настроение, как дела? Отлично. Смотрю, у вас замечательная кепочка такая волшебная. Здесь прикупили? Да. Как отмечали победу чудо, если отмечали? Отмечали, гуляли, поздравляли. Парова по-прежнему впереди, ее преимущество измеряется уже 31 секунды. Добрый день, служба. Я уболею. Лидеру этой гонки. За Россию. Ирина Воровинец. За Бабикова. Украина, Кристина Смирнова. Удачи, спасибо. Ой, неплохие шансы. Добрый день, как дела? Стать абсолютной чемпионкой мира. За кого болеешь? Году. Дай бог не сглазить. Смотрим ответы. 37 километров. Ольга Подщуфарова. Я пришла поболеть за... С результатом 10 минут 24 секунды. И за Антона Шипулина. Следующий на этой отметке. По всем правдам. Как настроение, как дела? Шипулина. Сейчас, дорогие друзья, лидер.